новый аккумуляторный пылесос FlexVolt DCV586. Работает на батарейках 54 вольт FlexVolt-овских. У него уже два режима работы. Он может работать как обычный пылесос, включая с кнопки. А может работать, будучи подключенным по беспроводной связи к инструменту, ну или же к вот этой кнопочке. То есть включаем режим работы. И наличие вот этих двух цепочек говорит о том, что он связан с каким-то инструментом. В данном случае это пульт дистанционного управления. Вы можете его на пульс приделать на запястье, а можете на инструмент повесить, и когда вы нажмете на кнопку... Оно эффективность всасывания. А, у него срабатывает еще и очистка фильтра? Да, внутри стоит система, она перенаправляет поток воздуха и очищает фильтр, пытается... Звуковая индикация засоренности. О, вот. Круто. Давай внутрянку посмотрим. Ну, аккуратней, может быть пыль. Это все-таки демонстрационный образец, поэтому используется по назначению. Два фильтра. Фильтры очищаются поочередно. Соответственно, эффективность втягивания в процессе очистки не изменяется. Ну, я так понимаю, его без мешка используют? Мы используем его без мешка. Вообще? Ну, лучше использовать, конечно, с мешком. А мешок как одевается сюда? С мешком. А, то есть можно сюда. Ну, классически можно любой мешок, в принципе, одеть, да и все. Это все удобно. Основной фильтрующий элемент, на самом деле, это мешок. Ну, конечно. Это все-таки расходник более дешевый, чем фильтр менять. Ввиду того, что я... Ну, в общем, штука в следующем. То, что новое поколение инструментов DeWalt аккумуляторное, может работать, в том числе выделяя огромное количество пыли. И проблема работы аккумуляторного инструмента, в процессе которого выделяется огромное количество пыли, это пылеотведение. Все-таки те преимущества, которые дает аккумуляторный инструмент, могут быть нивелированы, убраны и уничтожены необходимостью нажимать на кнопку на пылесосе. Поэтому для того, чтобы сделать все значительно удобнее, появляются беспроводные системы запуска инструмента. То есть, ну, по умолчанию вот этот пылесос аккумуляторный идет с вот этой кнопкой, и, соответственно, он может запускать этот пылесос кнопки. Ну и помимо прочего, на инструментах, на которых есть вот такой вот логотипчик, две цепочки, вот эти вот два звена цепочки соединяются, они тоже могут быть синхронизированы с пылесосом и запускать его. Например, этот аккумуляторный штроборез, я думаю, никто не будет спорить, что у штробореза много пыли летит. Этот аккумуляторный штроборез сейчас как раз синхронизирован с пылесосом. Запуск штробореза запускает пылесос. Ну и, разумеется, пылесос выключается с некоторой задержкой. А теперь давайте посмотрим, как обратно его подключить к этой кнопке. Инструмент должен быть включен в положение, здесь вы можете видеть на выключателе, он весь прорезиненный, защищенный. В положении цепочки вы нажимаете на кнопочку, на эту цепочку, нажимаете на кнопку на инструменте. И сейчас он уже синхронизирован на кнопку. То есть одновременно нажимаете кнопку здесь, он... понимает, что к этому устройству он нужен подключать. Обратная синхронизация, обратно на инструмент, тоже нажимаете на эту кнопку, запускаете инструмент. Нажимаете на кнопку удерживаете, запускаете инструмент. Начинает моргать эта клавиша. Нажимаете, удерживаете. Она теперь горит продолжительное время. Следующий запуск инструмента происходит запуск пылесоса.